Всем добрый вечер, Крупниц Андрей Невский. И сегодня опять Андрей Балтян покажет еще одно, я уверен, очень полезное упражнение. Парня в растяжке называет полная растяжка. Ну, вытяжение позвоночника. Вытяжение позвоночника. Я свой позвоночник представляю. Партнер разворачивается ко мне. Пользуюсь в удобном положении. Спиной. Здесь удобно использовать майку или какую-то одежду, чтобы кожу не растягивать больно. Партнера попросим скрестить ноги. Да, что-то резко сесть. Я подхвачу. Движение будет такое, как будто вот на гребле. То есть одновременно я буду корпусом двигаться назад, и одновременно ноги буду толкать вперед. Партнер же ничего не делает, он просто расслаблен. Ему нужно посвободнее. Руки. И вот затягиваю. Так, у меня в пояснице торчат там пальцы. Стоп. Просим, партнер делает захват за спиной у меня, там замок за спиной. Вот. Здесь уже ноги можно разогнуть. Вот. Вес тела на самом деле здесь особо не играет. Ну, если ваши пальцы только там не травмированы, да, то. И я растягиваю одновременно носками ног вперед, а корпусом я оттягиваю руки, еще за лопатки возьмусь, назад, да, и таким образом вдох и с выдохом. Нижний партнер просто расслабляется, но он держит замочек. И вот с дыханием вдох, я отпускаю, выдох снова. Ну и так можно вот сколько раз. Какое-то время можно партнера просто здесь подержать, на самом деле даже тянуть не обязательно, уже хорошо даже лежать, да? Хорошо. Там немножко можно помять. Ну, кто тренировался, да, то языком болтал. Можно, можно. Помять. Лопатки. Чуть-чуть. И затем. А что, здесь ничего нельзя придумать? От шеи не знаю, неудобно. Да. А затем мы просто расцепляем руки. И нижний партнер по-прежнему расслаблен. Мы его просто выталкиваем туда вот колени. Вот такое вот. Ой. Утяжение. Очень классное утяжение. Только я тут понял, что то за 30 надо делать очень плавно. Очень плавно. Выход, что ли? Да, выход. Из этого движения очень аккуратненько. Сейчас немножко так же. Вот так. Нормально. Просто вообще все упражнения вот эти, они должны делаться плавно. То есть никаких здесь скоростей быть не должно. Ну да, тут не скорость. Ну, идея в том, чтобы вытолкнуть вперед. Да. Потому что все ходим на йогу для того, чтобы быть здоровыми. И ходим к Андрею Балтяну. Спасибо. Спасибо.